Подумайте, если вы все делаете правильно, да, может, правильно не в смысле соответствия каким-то стандартам, но с точки зрения внутреннего покоя, уверенности, что так и надо поступать. Но вам же никогда не придется ни о чем беспокоиться. Ну, да, возможно, страдания, переживания там, и так далее, но беспокоиться вам не о чем, потому что вы поступили правильно. И вот это согласие с самими собой, это нахождение этого мира с самими собой, при том, что кто-то из нас очень требовательный к себе, кто-то из нас не во всем успешен, во чем хотел бы быть успешен там, и так далее. Но понимание того, что ты делаешь то, что можешь, делаешь то, что считаешь правильным, делаешь то, что считаешь красивым, и исходишь не из каких-то сложных внутренних там, компромиссов, согласований там, и так далее, а просто из самого себя, ты будешь испытывать счастье.